Покажу-ка я вам крутую автомойку. Ну, машина здесь вообще предмет роскоши. Поэтому, вы знаете, я сегодня видела, как, кому интересно, пришлю в личку. Вот, как мы помыли машину в Краснодарском крае. Еще изнутри парень помыл. Ну, с песен. Вот здесь такое невозможно. Здесь за такое, ну, голову оторвут. И сказали, что такое было. Ну, синтиал. Вот. Здесь вот на автомойке работает чудесная девушка. Что тут можно купить? Можно купить кофе по QR-коду и так далее и там подобное. Маску я надела. Вот, все тут еще можно, все тут есть. Сок, сода, кофе, чай с лимоном. Вот, ну, напитки разные. Да. Вот, и десерт. Кстати, по 20 донгов такие десерты. 20-25, вообще круто. Млом, млом, джак млом. Вот, продают тут всякие десерты и автомойка. Соответственно, вот вы сидите, берете десерты, созерцаете рыбок, в то время как вашего коня моют железного. О, синтиал. Вот рыбы, чтобы не скучно было. Здесь, может, не самый большой аквариум, но с любовью. Вот вам руки обработать, руки помыть. Вот тут посидеть. Да, очень доброжелательные ребята. На мой. Вот, нет, серьезно, совершенно вот атмосфера какая приятная, будто ты вообще пришел. Хорошее цивильное заведение. Вот такая автомойка. По адресу 16 МФА там. А что почем, интересно? Наверняка спросят, чего почем. Вот. Ну, понятно, что... Тут же вам и масло дольют. Далее, синтиал. Вот, дешевого ничего нету. Обычно у кого есть машина, у того есть и деньги. И это все вот напротив, видите, две башни, они выросли из Занечан центром. Вот все это на третьей линии. 16 Хуанхва там.